Интеллектуальная игра «Росквиз» организована при поддержке регионального совета сторонников партии «Единая Россия». В каждой команде по 5 участников. 8 команд представляли члены военно-патриотических клубов города. В 9-й – члены Бердской городской общественной палаты, депутат Совета депутатов города, руководители структурных подразделений администрации. Перед началом игры – напутственные слова от организаторов мероприятия и почетных гостей. Ровно неделю назад наша страна отметила праздничную дату – День народного единства. Но, естественно, было бы предположить, что все вопросы, которые вы сегодня услышите, будут касаться истории нашей страны, ее административно-территориальному устройству, историческому и культурному наследию, государственным символам и традициям. Россия – великая страна, и знать историю нашей Родины – это просто необходимо. Тем более, вы молодые, вам дальше жить в этой стране, вы должны знать ее историю. И, конечно же, желаю вам успехов в этой викторине, чтобы вы вышли с новыми знаниями и не забывали про нашу великую страну, Россию. Желаю вам успехов. Всем удачи! Новых знаний про Россию, про нашу любимую страну, про нашу многонациональную страну, про нашу Российскую Федерацию. Все, всем вперед, ура! Во все времена любовь к родине была основной в системе воспитания в любом гражданском обществе. И хотя патриотизму научить нельзя, его можно воспитать. Именно этим руководствовались организаторы игры, подготавливая вопросы для участников. А они касались истории, географии и культурных традиций народов России. Участники, в свою очередь, рассматривали мероприятие как еще один шаг к познанию родной страны. Я считаю, что мне это даст какие-то новые знания, если я чего-то не знаю. Также хорошо проведу время со своими сверстниками, друзьями и, в принципе, могу узнать что-то такое интересное, какие-то интересные факты и так далее. По итогам 4 раундов была выявлена самая эрудированная команда, которая и стала победителем. Но, по мнению организаторов, победителями стали все, поскольку каждый открыл для себя что-то новое и восполнил пробелы в знаниях об истории и культурном наследии нашей страны.